Так, мы едем на остров Каталина Айленд. У нас сегодня маленькое путешествие. Попробую вам все показать. Так, мы уже на пароме. Здесь вот такие стулья. Можно посидеть на третьем этаже. Это получается второй этаж. И вот есть еще, получается, вот так. Сейчас будем уже отплывать. Плыть нам час. Постараюсь вам что-то снять. Здесь вот такой бар. Такая красота у нас, рассвет, 6 часов утра. Мы отплываем от Лонг-Бич. Все, мы приехали. Вот такой экспресс кораблик нас привез, а вот и сам остров. Вот здесь можно на каяках покататься, взять лодку. Так, вот смотрите, гостиницы, дома, все на горах расположены. Вот такая маленькая деревушка. С магазинами, с ресторанами, с гостиницами. Сейчас мы возьмем, хотим взять гольф-кар. Прокат, чтобы ездить по городу. Очень красивый городок. Карта острова. И можно вот выбирать, куда ты хочешь пойти, рассказывает. Тропа.
Так, мы дошли до площади. Такая маленькая, с красивыми улицами. Много сувенирных лавок, кафе. Очень красиво и атмосферно. Так, мы пришли взять гольф-кар, стоит $60 на 4 человек за час. Так, мы поднялись на самую высоту, и смотрите, какой красивый вид. Очень красивый маленький городок, уютный, всего лишь занимает прокатиться на гольф-каре час времени. Здесь очень много гостиниц, есть, конечно, частные дома, но большинство это гостиничные комплексы, апартаменты, и люди приезжают сюда на день, два, три. Есть люди, которые на кемпинг приезжают сюда. Здесь специально оборудованное место есть. Так что мы сегодня целый день будем здесь. И вечером у нас обратно паром в LA. Кстати, этот остров относится к LA, то есть это Лос-Анджелес Кантри. Так что будем развлекаться. Так, тут продают яхты 2 729 000, 440, 900 000, 579 000. Тут много сувенирных лавок, кафе, мороженое. Такие бейкеры. Так, у них тут есть пожарная часть, госпиталь и одна школа всего лишь. На территории есть гольф-клуб и всякие развлечения. Так, здесь люди загорают, а тут какая-то кафешка выставила свои столы и стулья, и походу здесь будет вечером ресторанчик, а днем это просто пляж. Единственный супермаркет на острове Бонс. Вот улица. Красота. Очень красиво. Прям ходишь и наслаждаешься. Свет.
светофоров тут тоже нету, только стоп-лайны. Как-то так. Что буду с вами прощаться. Я давно не снимала видео. Вот такое маленькое путешествие выложу. Ставьте свои реакции. Всем пока-пока.